привет, ребят! Сегодня вышло новое обновление 20.1. И, как вы уже многие слышали, вышел новый скин на Ace 32, а их всего лишь два. Первый скин, ну, он был так себе, а этот скин, он с укрытия, он прокачиваемый, и мы его сегодня будем прокачивать, поэтому покажу сразу, как он выглядит, и, ну, всем приятного просмотра. Вот так выглядит Ace на первом левеле. Скин Дула. Счетчик убийств на третьем уровне. На четвертом уже выглядит вот эта часть переливающаяся. Что очень, кстати, эффектно, круто. И такого еще не было в PUBG, поэтому этот скин будет уникальный. Этот 100%. Вот так выглядит осмотр оружия. Скин списка убийств тоже прям выглядит, ну, просто конфетка. Скин ложи. Давайте посмотрим с вертикалочкой. Тоже приятно выглядит. Задница. И, ну, задница, имею в виду, на Ace. И редкие косметические предметы. То есть вот так выглядит скин, уже полностью прокачиваемый, прокачанный. В принципе, это очень-очень годный скин. Я думаю, ради такого скина стоит даже замейнить эту пушечку. Ну и вот так будет выглядеть ящик убийств. Тоже, в принципе, очень-очень круто. Ну и скин прицела на Ace будет выглядеть вот таким образом. Тоже, в принципе, очень-очень круто. Выглядит все это здорово. Так, ну и погнали прокачивать. Всем приятного просмотра. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Первые 10. Первые 10. Первые 10. Погнали. А еще можно вопрос? Сразу золотой, да, конечно? Золотой. Костян, это, я не знаю, что это за питерское выражение. Подожди, не открывай только. Да. Что значит «Баха, давай быстрее, у меня член дымится, хочу кейс открывать»? Это что значит? Сука! Надо вырезать, видосе придется, блин. Ну что тут? Это что значит? Объясни выражение фразы. Это быстрее. Это значит «хочется». Хочется быстрее, значит. Все, знай слоган питерский. Блин, дай запишу, да. В блокноте. Мне понравилось выражение, я буду сейчас чаще использовать. Ну все, погнали, открываем, открываем. Ребят, открываем быстрее. Мы как, по одному? Первые 10. Да, как хочешь. Как хочешь, давай, как всегда, открыться. Открыться. Ага, с первой десяточки у нас... Нифига. Не, ну тут видишь, два, либо два золотых, либо один галил. Ну, чертеж тоже, в принципе, нормально. Чертеж прям либо. Чертеж. О, смотрите. Давай, давай. Хотя мне надо против, да, болеть тебя? Ну, блин, опять... 2 км. Слушай, ВСС-очка прикольненькая. ВСС, да. Но мне там, кстати, ДП понравилось, и К2 прикольно выглядит. Ага. Так, что-то смотри, 30 мимо уже. Тут что-то как-то не особо. Это надо сразу после тебя открывать. А, вот так вот, да? О, К2 выбил, неплохо, неплохо. К2, кстати, реально прикольно. Смотри, еще 30 и ни одного золотого. Ганстопчик пишет, что ему с 30 выпало. Ну, видишь. Кому-то, кому-то из первого ящика бесплатно. Смотри, 40 серебряных хоть жопой жуй. Ну да. Смотри, ДПшечка какая хорошая. ДП прикольная и да, Мосинка тоже, в принципе, норм. Опять нету. Что-то мне так не нравится ни хрена. Я в такие игрушки перестаю играть. Так, ну это фигня вообще сыпет. Вообще фигня сыпет. А это, кстати, так оно и бывает, помнишь, да? Как это сначала фу. Это реально ржак. А ну-ка, Костя, лобби перезагрузи. Говорят, слушай, помогает. Сколько? 5 или 6, да? Ни одного золота. Да. Вот сразу 2. Вот здесь Галил точно должен быть. Да? А вы что, издеваетесь, что ли? Это издевательство. Ой-ой-ой! Ну тут 100% должно. Тут 100% должно быть. Блять, это издевательство. Извините меня за мат, но это издевательство. Просто. Слышишь, а Галил падает вообще? Чат вам падает? Я не знаю. Минус 20 тысяч
уже даже 24 тысячи джикоинов, и все как бы... Знаешь, что-то у меня это, Косян, жопа-то зачесалась. Что-то она чувствует у меня, походу. Что это? Да ну нахуй. Это издевательство. Это просто... Это издевательство. Это реально прожака. Серьезно? Еще и чертежи по одному. По одному, но там один. СКС-ка, да, там? А, СКС, да. Даже СКС не падает, что за бред? Это жесть. Ай, ТикТок Эмки. Я помню, она 1.5 рубля стоила, ТикТок Эмки. Я прям даже мечтал ее подзадонить себе. Ты мне скажи, пожалуйста, у тебя жопа-то горит, нет? Ну такая, что-то, ага, я смотрю. Я что-то в ахере, реально. Может, в натуре лобби перезагрузить? Слышишь, а ты тот кейс крутишь вообще? Прикинь, ты не тот кейс крутишь. Не-не-не, тот. Но ДП выпадает. Подожди, сейчас. Слушай, давай, а сколько лобби у тебя коинов было? 80 тысяч. Ёпарасоте. Ну это же... Слушай, а я со своей пятнашкой, что я буду со своей пятнашкой делать? Поджопника получать. Походу. Блин. Ну есть, нормально. Доброе утро. Доброе утро. СКС, ну вот хоть СКС-очка. Но она, кстати, что-то такая. Ну, там спереди ничего, и она... Слушай, если честно, я горю. Реально горю, потому что, ну, прикинь, 30 тысяч, 40 тысяч коинов. И ни одной, ну, как бы... Это полный провал, я хз. Это вообще они просто... Они что-то жесть с процентом сделали или что? Ну, такого не может быть. Такого не может быть, реально. У нас было сколько за... Ну, за 20 тысяч коинов, типа, один раз выпало. Но чтобы не выпасть за 40 тысяч, ну это вообще фул. Слышишь, бред. А меня за такую антирекламу партнерки не лишат случайно? Нет, да кого? А что? Это правда. 40 тысяч коинов, куда нафиг? Уже 34 тысячи осталось, блин, ну это жесть. Давай, вот тут должна быть, давай. Да ёпта. Вы что, ну это прикол. Это прикол? Я просто не понимаю, реально это прикол? Это прикол, я вам отвечаю. Вот с этим видосом нужно прям вот им отправить и сказать, вы чё там, блин? Вы чё там, блин? Ты прикинь, опять. Это капец. Не, ну это жесть. Ну это просто жесть. ТикТок МК. Сейчас СКС. Это рофл. Это рофл. Это реальный рофл. Это ненормально. Чё, чат, есть у кого желание пооткрывать кейсы за Галил? Ну... Чё-то это... у меня как-то пропало желание, если честно. Я походу сегодня не поиграю с Галилом. Блин, ну это без рофлов, это бред. Давай. Да не... Походу да. А он вообще есть? Слушай, там говорят, киберспорт-магазин, да, убрали? Да, убрали. Ну, это вы хоть... Ну, я что-то ржу. Ну, за 80 тысяч джикоинов. Это на секундочку, ребят, 80 тысяч джикоинов, это 700 баксов. Почти 800. Не, ну помните легендарный это видео? Это жесть! Легендарное видео у Пио вышло. Давайте повторим. У него за 1000 баксов не выпал берег. Это про капец. Него там вообще все видосы засняли. Это капец просто какой-то. Это лютая жесть. Прикиньте, баг наголил. Тогда они будут обязаны вернуть нам вот эти все кейсы. Это нужно будет отправить обязательно им. Потому что, ну, это фул бред. Либо повышайте процент, я не знаю, тогда выпада. Нет, ну, у меня очко горит. Горит это, очко просто. Это полыхает. Просто, несите мне трусы с асбеста. Давай аккуратненько, не торопись. Может, надо чуть аккуратнее делать? Может быть, ты слишком грубый? Ну, уже коины закончились, алло. 80 тысяч коинов.
Почти. Да, ну 80 тысяч же коинов не выпало. Мы по очереди, да, с тобой? Это как я с утра сегодня включаю серию худшего. Опа! Давайте. Давай, с интрижкой, с интрижкой, сделай с интрижкой. С оттяжечкой, с оттяжечкой. Сначала вот эти коричневые. Сначала коричневые. Да, да, да. Еще. Быстрее. Быстрее. Ах. Вот так. Полимеры сюда. Давай. Еще. Ну, все, и смотри, с оттяжечкой. Вот это галя. Опа! Ага. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Сразу вспомнил тетеньку. Это, в маршрутке мы ехали как-то. А полный-полный автобус. И она просто стояла на выходе. И говорит, передаем проезд. И она такая, ну, чик ей передали, она еще. Ей передали, она еще. Еще. Вот я мы уже с другом два студента голодных едем, думаю, что же она просит. У тебя опять закончились джикоины? Да. Не, ну это, я думаю, что знаешь тысяч. Что? Maybe, Кость, 90. Из-за того, что ты все открываешь, может, типа, как-то тебе шанс не, понизить. Да фиг знает. Не, есть один партнер, Костян, я тебе про него рассказывал. Угу. Он каждый ган выбивает, у него все четко выпадает. У него еще в запасе 67 чертежей. А у него все пушки 10-го. Ну, это так. Капец. Не знаю. Это стоит просто... ли просто, Кость, ну, вот сейчас, на данный момент, продолжать вот это? Я не успокоюсь. Я такой человек, так, что... Так, а вдруг просто это баг какой-то, и ты сейчас... Не, слушай, смотри, а с другой стороны, это же контент, то есть всем реально интересно. Ну, с другой стороны, когда пиво, да. Когда пиво с тысячи... Смотрите, вот покупаю на 500 долларов. 56 еще тысяч. На 500. Когда пиво 100 тысяч джикоинов слил, ему не выпала эмка или берил там, что он выбивал. Ну, помните, мы видосы? Уже сейчас 91 тысяча, как да, бы. Да, то есть, понимаешь, мы можем. Мы должны побить вот это. Конечно, вот. Конечно. Но, нет, как я за то, будет? Чтобы выпало. Но пусть это будет на 101 тысяч. Раз, два, три, четыре. Вот, все, на 500 долларов. Чекаем. Капец. 56 тысяч. Не пишут его... еще, что за я эти деньги раз можно... Я первый раз вижу, что так покупают джикоины. Я первый раз вижу, что можно было так покупать. Тебе еще можно по одному. Тебе еще не пишут, что там можно компьютер купить топовый на эти деньги. Байт на уровне. Байт на уровне. Баха все придумал. Не было такого рекорда. Так. А, ну да, там про миллион джикоинов. Подождите, прежде чем начать открывать, я пойду покурю. Это минутка, ладно? Успокоюсь. Давай, соберись с мыслями. Слушай, не, ну так-то реально идет на рекорд. Это жесть. Все, let's go. Еще на 56 тысяч джикоинов открываем. Ну, сразу как бы понятно. Угу. Это трэш. Ну, сделаем с оттяжечкой, да, в этот раз тоже. Да, например. Да, да. Вот тут Галил пишет. Где? Я думаю, что в левом верхнем. В левом верхнем. Так, давайте прогноз я теперь ставлю. Давай. В каком, Галил? Я на верхнем, на левой верхней. Я три варианта. Вот... Я тогда в нижний скажу. Нижний, да? Давай. Давай сначала нижний. Сейчас, я на телефон отвечу, сейчас, извините, секунду. Чатик, кто на YouTube хочет засветиться, ну-ка, давай вот немножко пофлудим. Так, ну что? Сейчас, подожди. Все, сейчас. Поехали. Это трэш. Погнали. СК. Ну, и Галил. И это. Да, это. А знаешь, какой еще был, Костян, вариант, что в обоих ящиках Галил? Да, ну это был твой вариант, Костя. Да, это твой вариант. В итоге нет победителей. Аутсайдер, напиши мне, пожалуйста, в личку. Опа! Погнали. Да я в Дискорде это смотрю. Ну что, с оттяжечкой? Ну, я скажу так, ребят. Да, ну это бред. Это реальный бред. Это бред. Да ее нету здесь, нету просто. Просто нету. Ё-моё. Рекорд уже побит. Все, 100 тысяч джикоинов. 100 тысяч джикоинов не выпало. Сейчас, подожди.
Сейчас, Костян, возьмешь паузу после этого открытия? Yes! А выпало! Все, отлично. Это Тихий пришел, потому что Костян... Да, Тихий красавчик. Это рофл. Это рофл. 105 тысяч жекоинов. На 105 тысячи джикоинов выпало. Это чё? Реально, Тихий, ты проклятие снял. А Тихий куда, к тебе пришел, что ли? Сейчас Тихий мордашкой своей засветит. 105 тысяч джикоинов и выпал. Какая гёрн, блин? На 105 тысячи, ребят. На 105 тысячи, это жесть. И я со своей пятнашкой сейчас буду кряхтеть. А у тебя пришла? Нет еще. Жаль. Но я Тихому дам открывать, походу это реально в Тихом дело было. Нет, мы с тобой это... договорились. Нет, в смысле, это... я буду открывать на своем, просто Тихий клацать мышку будет. Это самый дорогой сейчас скин. Открываем. Хочешь вам из всех. Камеру вот сюда, вот здесь поздоровайся. Это Макарыч, ребят. Всем привет. Здорово, тебе передаю. Ну-ка, дай хоть посмотрю, как Тихий выглядит. Тихий, иди в камеру. А, дай-ка я тоже заценю, как Тихий сейчас выглядит. Ничего, мужик, нормальный. Нормальный. Это Макарыч. А-а-а. Тихий, вот он. Вот он, Тихий. Покажи руки макросника. Симпатичненький. Нифига, у тебя свитер лютый. А, это кофта. Я думал, это свитер. Ну что, то есть, короче, давайте, хорош. Ну, как бы, это, подытожим. Это, конечно, подытожим. Ну, еще 29 тысяч, подождите сейчас. Ну, давай, сейчас добьем коины. Да. Короче, 105 тысяч коинов. На 105 тысяч выпал. Я посчитал. Ну, это рекорд. Это абсолютный рекорд. Так, а ты посмотри, я вот сейчас купил 10-100 ящиков, нету ни одного золотого. Так один только выпал. Ну, это трэш. Ну, у тебя там очень много этих накопилось. Да и СКС, всего 2 СКС выпало. Ага. Тоже мало. Как, куда нафиг? Это лют. Это жесть. На, еще один. Одна. Нормально. Нормально. Ну вот, 3 чертежа. Но это уже мои пошли, Костян, понимаешь? С моей пятнашки. Это трэш. Слушай, а какой уровень ты сможешь качнуть сразу? 9. Отлично. Красиво. Ну там да, там должно и чертежей хватить, мы сейчас купим. И надо еще одну. А, кстати, что там, прогнозик-то я закрываю, получается, на да, да? Да. Получается, да. Спасибо всем, кто верил. Таких 167 человек. Почему на нет? С чего бы на нет? Два даже выпало. Это трэш. Это трэш. Хилфит 6 уровень, Шамиль. Ты сейчас посмотри, какой ган. На 4 уровне я сейчас покажу. Там так вообще сейчас... красота. Сейчас все. О! Ну еще одну! Давай. На ТикТок. Сейчас я покажу это. Ну еще одну-то ты дай. Чертежи. Он реально тяжело выбивается. Это первый раз у меня такое. Это самый дорогой, да, Кость, получается? Это самый дорогой. Один, да, ну, коряк, по-моему, 1300, что-то вроде этого. Но по старому курсу еще, когда по 80 рублей. Все, последние 10. Ну дай ты еще хотя бы одного. Надо было. Ребят, медленно. С дропсами проблемы. Подождите, сейчас их рестартну. Сейчас рестартну. Это жесть. Ну у тебя, смотри, 8500. На все. Два Галила, сколько? А слушай, подай. 150 тысяч, да? Ну, грубо. Подожди. Обалдеть. Да. Нет, не за 150 тысяч. Подожди, 1300. За 100 тысяч. Да, нет, а в 2. В общем, сколько ты джикоинов слил? 56. И плюс 91. 56 плюс 91. Нет, там 91. 90. 147. 147 тысяч джикоинов. Два Галила. Два Галила. И 2 СКС-ки. Нет, ну там больше. Так, сказать. Укрытие. Ну сейчас, давай попробуем. Давай сразу. Ну давай, да. Прокачивать. Погнали. Ага. Ребят, ну это реально антиреклама какая-то получилась. Это антиреклама. Вообще просто. Ну тем интереснее мне будет сейчас открывать, Костян, понимаешь? Да. Тем мне интереснее будет открывать. Ему полимеров не хватит до 10-го. А у него он возьмет. А чертежи он будет с этого. Да. И
Даже. Ну да, да, вот до 9. Да, все, до 9 точно. Погнали. Раз. Седьмой. Седьмой есть. Погнали. Погнали. Восьмой. Отлично. Есть. Ну, восьмой, кстати, очень люто классно смотрится. Можно даже ради этого скина. Есть. Эй, замейнить. Ну, все. И сколько у тебя осталось? Остаточки? Ноль чертежей. Ноль чертежей, 4000 полимеров. Неплохо. Да. А, и у тебя еще можно распылить же. Распылить да. Один эйс, получается. Эйс я уже распылил. А, все тогда. Тогда все. Да, все. Ну так, все. Штурмовая наверное... винтовка. Не-не-не, F8 нажми, и штурмовая винтовка. Там у тебя появится окно. Штурмовая винтовка. И эйс. Вот он. Предпоследний. Предпоследний. Предпоследний, ага. Давай, а теперь на G. Слушай, на реально, он, смотри, как... На О русскую. Знаете что, вот сейчас он так смотрит, помни? О. Кто играл в Half-Life? Ох-ох-ох-ох, какая же просто имба. На солнце выйди, да? Вот, и сейчас снова на G. И Alt зажми и покрути еще там. Alt зажми и покрути мышкой. О, ага. Не, знаешь, не, ну на что круто, похоже? Круто, круто. Помните, в Half-Life пушка была такая, не пылесос, а вот вторая, как он называется? Half-Life пушка? Half-Life, которую накачивать, не накачивать надо было, а зажимаешь, она копится, лазерная такая. А вот теперь, а, ну да, кстати, да-да-да, вот, есть. У нее такой же барабан был. Ага. Вон, просит. А еще мне, кстати, сейчас напоминает с этого, Valorant почему-то. Есть у кого-то такие же ассоциации? Крутинка, да-да-да, вон, да, крутинка. Valorant тоже похоже. Пушки из Valorant тоже как-то да, так. Да, Гаусс, 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 точно Гаусс. Гаусс. Это Гаусс был. Да. Ну чё? Слушай, ну смотрится обалденно. Да? Обалденно. Ну я что, не надо, знаю. Надо идти в катках проверять. Наверное, это реально самый топовый ган для прокачки. Вот за все время. Ну, чисто вот я вот как вижу. Да. Это впервые такой эффект. Плюс он с первого уровня уже красивый. Уже красивый. Ну что, скажи. Да это жесть. Это лютая жесть.